Привет! Я только что проголосовал на выборах президента нашей страны. За моей спиной полузаброшенная школа имени Александра Маринеско, бывшая 4-я школа, в которой я учился до 5 класса. И сегодня в этом заброшенном здании открыт избирательный участок для голосования. Когда-то здесь царил детский смех, мы радовались жизни и учились, мечтали. А теперь это место в запустении, словно символ тех проблем, которые накопились в нашей стране. Сегодня я проголосовал за нового президента, чтобы наша страна не превратилась в такую же развалину. Мы заслуживаем лучшего будущего, чтобы наши дети могли расти и учиться в достойных условиях, а не среди руин прошлого. Поэтому, друзья, не сидите дома. Выйдите и сделайте свой выбор. Мы не можем позволить себе снова попасть в ловушку коррупции и старых схем. Не тратьте свой голос на тех спойлеров, кто служит тем, кто у руля, кто только отвлекает внимание и не сможет повести нас к переменам, кто все равно не пройдет во второй тур. Голосуйте за будущее, за справедливую, честную и процветающую Молдову.